Вторая часть про вот эту вот черную коробочку, TV-приставку. Буду называть ее Т-34, из которой хочу сделать Т-90. Ну, по аналогии танка, если кто не знает. Имеется в виду российские танки. Т-34 советский танк был, а Т-90 российский танк. Так вот, я уже частично разобрал, ну, не то, что даже частично, а разобрал я. Так, это вот верхняя крышка. Вот это вот коробочка, из которой я вынул вот эту вот плату, из которой мне понадобился. То есть вот здесь вот был вот такой вот инфракрасный приемник. Но я его не стал выпаивать, я просто перекусил его, так как ножки длинные, перекусил ее пассатижами. Даже не пассатижами, а кусачками. И вот, то есть вот плата. С этой платы что мне нужно? Мне нужно вот этот вот разъем. Для питания внешнего. 5 вольт. Ну, я подавать буду 5 вольт, так как здесь обозначено. Обозначено 5 вольт. И я еще отпилил, кощунственно, конечно, с моей стороны, варварским способом. Ну, повторяю, вот эта плата была нерабочая, сгоревшая. Отпилил с платы вот такой вот терминал. 3 тюльпанчика. То есть правый канал, левый канал и для видеовхода. Ну, они обозначены вот здесь вот. Так, и все, вот это вот все в топку выкидывается. Соответственно, сюда буду я в это же три гнезда, скажем так, сделаю вот таким образом. И здесь питание вот таким образом. Ну, одной рукой несколько неудобственно. Так. Вот, USB-хост, так как его здесь сейчас нет, он на плате остался, я сделаю отдельный. Вот, отдельный USB, соответственно, сюда присандалю. Вот у меня Powerbank есть, на 10 тысяч мАч. Так, и каждая баночка по 2600 мАч. А их здесь всего 4. И вот контроллер. То есть, вот смотрите. Надо мне как-то вот разместить, чтобы и USB-хост был. Потом здесь еще AUX-вход я хочу сделать. Вот R-IN. А, IR-IN. То есть, инфраред получается. Это, я так понимаю, внешний инфракрасный приемник. Был внутренний, вот он. И, соответственно, втыкался еще сюда 3,5 мм мини-джек. Был внутренний. То есть на плате он, вот он. Вот он на плате. Здесь он тоже как бы написано как IR. А нет, не написано IR. Вот, но во всяком случае, вот этот вот 3,5 мм мини-джек, он не звуковой, а он для внешнего инфракрасного приемника. Это внутренний, повторяю.
тот внешний. Так вот, мне нужно как-то заколхозить так, чтобы, например, вот это было, потом пружинные зажимы. Ну, пружинные зажимы, ладно, я вот так вот заколхожу. Ладно. Вот, контроллер, дисплейчик модуля будет на морде лица, вот крышка. Хорошо, что как бы вот эта вот, она полупрозрачная такая, матовая, вот эта вот верхняя часть. Для чего? Для того, чтобы, например, так вот сейчас я кнопочку здесь вот нажму. Так, и вот смотрите, видите, три светодиода. И они будут, ну если вот я сейчас выкручу освещение, так. Но они сейчас не плотно прилегают, будут плотно прилегать. Сейчас они выключатся. Вот. Соответственно, будет видно сверху показания заряда повербанка. Заряда и разряда. Вот я к чему. Ну и плюс, соответственно, вот эту вот китайскую приблуду. Я уже показывал в первой части. Без кренки. То есть она на 5 вольт. Свыше 5 вольт подавать нельзя. Сгорит модуль. Соответственно, здесь есть выход. Ой, выход. Усилитель. 2 по 3 ватта. Вот. Для чего я как бы и делаю, буду делать зажимы, пружинные зажимы для внешней пассивной акустики. Выводить кнопки режимов работ на с китайской приблуды я не буду. Вот. С кнопок не буду выводить. Будет эта коробочка черная по бюджетному варианту. То есть только с пульта дистанционного управления. Кнопок режимов управления китайской приблудой не будет. То есть надо мне вот это все разместить внутри. Вот, пока не знаю, как я это все сделаю. Но надо постараться. Надо как-то постараться. И, соответственно, потом уже закрыть крышкой. Ну, как-то так.